В нашем предыдущем исследовании книги пророка Захарии мы рассмотрели остаток, который будет обладать всем. Другими словами, именно они принесут окончательную весть, и они представляют ту последнюю гору, то царство, куда все направятся. Туда, где 10 человек ухватятся за одного человека и скажут: «Возьми нас на гору Господню». Итак, это весть, которую мы должны продолжить изучать и посмотреть, какие проблемы есть в книге пророка Захарии, поскольку мы подходим к заключительным главам этого удивительного пророчества. Для начала давайте помолимся. Отец Небесный, еще раз молимся о мудрости и молимся о Твоем Святом Духе. Помоги нам понять эти истины. Во имя Иисуса. Аминь. Мы начинаем с 9 главы. Стих 1. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы. Итак, мы говорим о времени собирания, когда люди будут приходить со всех концов земного шара, из каждого племени, нации и народа, и присоединяться к Господу. Не все, конечно, но многие. Они выйдут из этих систем, даже из системы, которая считала себя врагом Бога. Библия упоминает пару городов, которые были связаны с конфликтом, когда дело дошло до их отношений с Израилем. Стих 2. «И Наимав, смежный с ним, Натир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». В начале этой главы Захария выделяет город Тир. И это напоминает нам о 28 главе книги пророка Иезекииля. Давайте откроем эту главу. Там описан Люцифер. Его сравнивают с царем Тира. Он на самом деле является царем Тира, а фактически царь Тира представлен как князь Тира, а за князем Тира, конечно, стоит окончательный правитель, которым является сам сатана. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Мы знаем, что это образ сатаны. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Дальше упоминаются все драгоценные камни. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей». Мы знаем, что гора в Библии ассоциируется с Царством Божьим. «Ты ходил среди огнистых камней. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». А затем идет интересный абзац, где говорится об экономической мощи, которую он имеет. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое». Это характеристика Тира. Это был торговый город. Он контролировал экономику, он стоял выше других. Золото и серебро у него было в изобилии. Он считал себя очень мудрым. Это образ сатаны. Это образ силы, которая правит в современном мире, которая возвышается
и превозносит себя против Бога и думает, что она может занять место Бога. Затем упоминается ряд городов, в основном связанных с филистимлянами. Увидит это Аскалон и ужаснется, Газа и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Языческие народы будут уничтожены, и это произойдет в конце времени. Будет конфликт. Народ против народа, царство против царства, нация против нации, этническая группа против этнической группы. И исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его. Вот что он говорит. А дальше это удивительная вторая часть 7 стиха. И он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Экрон будет как и Евусей. Другими словами говорит, что даже из всех этих наций, которые были настолько антагонистичны по отношению к Богу, которые сейчас служат образом народа в мире, которые выступают против христианства, против народа Божьего, и те, кто в христианстве нацелены на народ Божий, на тех, кто соблюдает заповеди Божьи и придерживается свидетельства Иисусова, он приведет их к себе. Они увидят эту разницу. Они увидят излитие Духа и захотят прийти к народу Божьему. И как сказала Руф Наимине, «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом». А дальше обетование. «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». Итак, вот картина правителя Вселенной, Бога Вселенной, который заботится об этих людях. А дальше контраст. Это мессианское пророчество, которое очень известно. «Ликует радость черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, все царствы грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». «И тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Это удивительное пророчество. «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». Я думаю, что мы должны сказать спасибо за это. «Я сам вышел из рва, в котором не было воды, живой воды». Бог привел меня к живой воде. Он дал мне эту живую воду. Вот это удивительное обетование. «Все царство грядет к тебе кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной». Затем он был отвергнут в Иерусалиме. Он придет как могущественный царь. Он упрекнет народы и многих людей. В этой последней вести они примут Иисуса Христа. Он придет и освободит узников своих из рва, в котором нет воды. Стих 12. Новый абзац в оригинале. «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом». Это красивые образы. «И воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Греция, и сделаю тебя мечом ратоборца». Какой красивый образ! Он говорит о народе Божьем, который сегодня используется в качестве лука, и о племенах Израиля. Северные племена будут стрелой. Это возвращенные люди в конце времен, которые стоят за истину и праведность. И с этими стрелами, и с этими мечами они пойдут против Греции.
Что означает Греция? Греция была философской страной. На самом деле вся система управления и философия в современном мире – это греческая философия. Римско-католическая система морали основана на греческой философии. Научный мир основан на греческой философии. Теория эволюции основана на греческой философии. Моральные ценности мира в человеческих законах, их основа в греческой философии. Состояние мертвых, вечный ад и все эти проблемы основаны на греческой философии. Но стрелы истины и праведности уничтожат ложную философию Греции. Стих 14. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его». Это Слово Божье открывает обманы в мире. «И возгремит Господь Бог трубою, и шествие будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как угли жертвенника». И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ свой. Ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц. Они будут наполнены вестями Бога, вином, учением, зерном, хлебом жизни. Они должны быть наполнены новым вином. Первые ученики, когда они начали испытывать излитие Святого Духа, люди вокруг них говорили: «Они пьяны». Но Петр сказал: «Они не пьяны, как вы думаете, сейчас раннее утро, они не пьяны». Сила Божия снова для людей будет казаться смешной. А дальше описывается излитие позднего дождя. Глава 10. «Спросите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле». Нет сомнений, что книга Захарии имеет не только отношение к Старому Завету, но она также относится к последнему времени, потому что мы говорим о позднем дожде, который еще не излился. В некоторых местах в мире падают капли, но полноты излития Святого Духа свидетелями мы еще не были. Удивительно, что мы читаем в Духе пророчества, что однажды Церковь будет очищена. Я прочитаю из книги «Великая борьба», страница 612. «Рабы Божьи, сияющими от святой ревности лицами, будут спешить с одного места в другое, чтобы возвещать небесную весть. Тысячи голосов провозгласят это предостережение по всей земле. Будут совершаться чудеса, больные будут исцеляться, знамения и чудеса будут сопровождать верующих». Если бы каждый мог принять участие, но как это было в прошлом, так будет и теперь. Немного ученых, немного мудрых, говорит Библия, на самом деле будут участвовать в этом последнем излитии. Есть одна вещь, которую мы должны выучить. Зависимость. Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь, Святым Духом. Мы читаем весь село Малинда, страница 83. «Те, кто не осознает необходимость того, что должно быть сделано, пройдут мимо. Небесные посланники будут работать с теми, кого называют простыми людьми. Они научат их нести истину во многие места. Сейчас настало время, чтобы мы пробудились и делали то, что мы можем делать». Свидетельство для Церкви, том 5, страница 85. «Бог будет совершать работу в наше время таким путем, который лишь немногие предвидят. Он поднимает людей из нашей среды, подготовленных более Духом Святым, чем путем высшего образования». И дальше чуть позже она говорит: «Бог желает показать, что Он не зависит от ученых, самонадеянных, смертных людей».
Работа будет закончена теми, кто испытывает нужду в помазании Божьем. Стих 1. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст нам обильный дождь каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. В следующей части книги пророка Захарии говорят об отношениях пастыря. Я верю, поскольку мы приближаемся к концу, ложные пастыри попытаются защитить стадо от истины, отвести стадо от истины. Но какой будет гнев, когда они узнают, что их обманули? Библия говорит, они скажут: верно, мы унаследовали ложь. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Савов стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Среди Божьих людей будут ложные пастыри, точно так же, как они являются ложными пастырями среди язычников. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. Не важно, что они попирают. Это Божий народ. Бог будет с ними в этом излитии. Не будет ничего, что может остановить окончательное излитие позднего дождя и весть народам. Стих 6. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними. И они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их». Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина. И увидят это сыны их, и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их, они будут так же многочисленны, как прежде. Божий народ, даже если будет просеивание, он не уменьшится, они будут расти. Все те язычники, которые не принадлежат ни к одной из вавилонских систем, и те, которые были Божьим народом в вавилонском замешательстве, они выйдут. «И расселю их между народами, и в отдельных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И я возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубинные реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». Идеологии Ассирии, которые были в основном источником идеологии Вавилона и идеологии Египта, будут уничтожены. Одна имеет вавилонское происхождение, царь Северный, который думает о религиозной системе, которая укрепляет себя и хочет быть искупленной своими собственными делами. Другая светская система, атеистическая система, и обе они будут уничтожены до того, как будет установлено Царство Божье и Божий народ. А теперь 11 глава. Это захватывающая глава, потому что она противопоставляет доброго пастыря злому пастырю. Это на самом деле конфликт между двумя системами, которые выходят вперед. Давайте прочитаем эту главу. Глава 11, стих 1. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены,
Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Помните, Библия сравнивает людей с деревьями. Иногда с деревом, иногда с жнивом. Эти могучие деревья – это люди, которые поднялись против Бога, и они будут повалены. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. В конце концов, когда изольется поздний дождь, и люди поймут, что их обманули, их сбили с толку, многие выйдут оттуда. Будут также те, кто захотят вернуться, но будет слишком поздно. Дверь испытательного срока закроется. Тогда они ополчатся против этих ложных пастырей и оторвут им конечности. Тогда эти пастухи будут выть. Это то, что говорит Писание, то, что произойдет в последние дни. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Это состояние церквей. Они приносят ложное Евангелие. Они облегчают людям жизнь, они говорят, неважно, соблюдаешь ли ты закон или нет, мы живем в благодати. Все эти вопросы предстанут пред ними, как свиток, разворачивающийся у них на глазах. Стих 6. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их». Люди будут идти против людей. Отдельные личности внутри общества выступать друг против друга. Будут задействованы правовые системы. Так же, как в древние времена, когда враги Божьи восставали против самих себя, так же будет и в последние дни. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Итак, у него в руке два жезла. Стих 8. «И истреблю трех из пастырей в один месяц». Три пастыря. Это три религиозные системы. Где мы читаем что-то подобное в Библии? Разве мы не читаем об этом в книге Откровения, что Вавилон состоит из трех компонентов? Есть система зверя, есть ложный пастырь, а затем третий компонент – это дракон, который является самим дьяволом. Есть спиритуалистические религии, так называемые религии дракона. Есть лжепророк, падший протестантизм, который присоединился к Риму, отвергая доктрины спасения и послушания закону. И дальше у вас есть система зверя, которая является католицизмом. Эти пастыри будут истреблены в один месяц. «Отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Итак, это конфликт действительно против Иисуса Христа. Стих 9. «Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, а гибнущая пусть гибнет. А остающиеся пусть едят плоть одна другой». Эти системы будут воевать друг против друга, уничтожая друг друга. «И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные завет, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте плату мою. Если же нет, не давайте». Еврейскому народу в свое время приходилось выбирать, принять ли Иисуса Христа как своего Мессию и своего правителя, или отвергнуть его. Фарисеи и правители во времена Иисуса отвергли его,
и этому была цена. Это еще одно из тех прекрасных мессианских пророчеств книги пророка Захарии. «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Ссылка на то, что произошло, когда Иуда предал Христа. Они решили отвергнуть его. Люди мира имеют выбор. Тот же выбор приходит к последнему поколению. Вы либо принимаете Христа, либо отвергаете его. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, какую они оценили меня. И взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И преломила другой жезл мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. Этот выбор придется сделать всем. Народ позже должен решить принять весть, данную Библию пророками, или отвергнуть ее. А дальше эти увлекательные слова. Стих 15. «И сказал Господь мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов». Это описание глупого пастыря, злого пастыря, который вводит людей в заблуждение. «Ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить». Здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Это разрушительный пастырь. Это церковная система, которая нарушает каждый библейский принцип и поедает людей так, как если бы они поедали пищу, уничтожает души людей своей ложью через ложных пастырей. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Это проклятие на ложного пастыря. Мне интересно, что дьявол возьмет эту систему и захочет ее перевернуть с ног на голову. «Нет, — говорит он, — этого не произойдет. Я буду победителем, я уничтожу систему Иисуса Христа, я уничтожу самого Иисуса, я выиграю эту битву между добром и злом». Поэтому он берет те самые символы, которые Бог объявил символами ложного пастыря, и он делает их символами своей победы. Он издевается над Иисусом и Библией, используя свою систему, которую он воздвиг. Если мы посмотрим на символику нового мирового порядка, вот, например, этот Мессия, который придет и будет править миром. Или, например, символика Совета по международным отношениям. Этот Мессия верхом на белом коне. У этого Мессии одна рука поднята к небу вот так, а другой рукой он управляет. Это мужчина в женском теле. Вы видите, у этого Мессии только один глаз. Левый глаз виден, а правый глаз в профиль не виден. Один глаз. Система одноглазого человека. Когда вы смотрите на это все в оккультном мире, символ ордена иезуитов – это один глаз в треугольнике. Это будет ложный мессия, который будет править, который в соответствии с оккультным миром одержал победу над миром. Какой частью мира? Если вы прочитаете слово, которое написано под этим голым мессией, символ Совета по международным отношениям, там написано слово, которое означает «везде». Если мы посмотрим на некоторые другие определения этого слова, мы обнаружим, что она означает не только везде, но и везде, где бы то ни было, со всех сторон, где угодно,
в любом месте или универсальный. Дьявол берет систему и говорит, что он является жертвой. Он притворяется. Он выдает себя за ангела света. Удивительно. Если вы возьмете некоторые современные фильмы, которые были сняты, например, фильм «Страсти Христовы», если вы посмотрите на символику, это глубоко оккультный фильм. В этом фильме большая часть его наполнена оккультными символами. И к концу этого фильма Иисус Христос изображен закрытым правым глазом, потому что пастух получил удар в правый глаз. Когда его поместили на крест, одна рука изображается очень странно. Итак, горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Там была воплощена вся символика. Когда два преступника были распяты вместе с ним, у спасенного был амулет на шее, что означает, что он спасен силой Марии, которая является символом Люцифера в этом типе мышления. Он не спасен кровью акция, но спасен заслугами добрых дел отдельных людей. Увлекательно, что в этом фильме Иисус Христос изображен как негодный пастух с закрытым правым глазом, с иссохшей рукой, а затем венцом всего этого при воскресении, когда он поднимается из могилы, они показывают его полностью обнаженным, так же, как у символа Совета по международным отношениям, символ голого Мессии. Любой, кто знает оккультный мир, поймет, что то, что изображается там, это Христос нового века, грядущий победитель, так называемый злой, у которого есть проклятие на глазе и проклятие на руке, но он победитель. Он голый Мессия, он тот, кто победит, он Люцифер, он тот, кто получит контроль над миром. Эта сила не стесняется использовать символику в своих целях. Они даже рекламируют свою повестку дня высокомерным способом. Если мы знаем, что они делают, и соотносим это с символикой, тогда мы можем понять их планы. Например, существует эта масштабная программа по борьбе с изменением климата, которая используется этой антихристовой властью для продвижения своей программы по принятию законодательства, которое будет противодействовать закону Божьему. Грета – одна из тех ролевых игроков, которые используются для продвижения этой повестки дня. Если мы посмотрим на фотографии, которые мы находим у нее, то увидим, что на некоторых из этих фотографий она закрыла правый глаз. Зачем ей это делать и почему эти картинки распространены в мире? Это сигнал о намерениях элиты. Все имеет свой почерк. Изменение климата и другие проблемы. И не только проблемы изменения климата. Весь мир, весь музыкальный мир использует символ, чтобы показать, что они являются частью системы для создания мышления, которое будет следовать за зверем, где бы он ни руководил. Правый глаз – символ духовной бдительности, а затемненный или прикрытый правый глаз – это символ духовной слепоты. В Евангелии от Матфея, 5 глава, стих 29, Иисус говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя», не зря он упоминает правый глаз, «вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Иными словами, это очень важный вопрос. Быть ослепленным обманом Антихриста значит быть потерянным.
Мы должны избавиться от всех коннотаций и всех систем убеждений, связанных с этой системой, если мы хотим ясно видеть путь, ведущий к небу. В книге пророка Захарии мы имеем конфликт. Две системы, которые столкнутся. Божий народ покажется небольшой группой, без власти, но когда придет поздний дождь, все эти системы будут разрушены. Тогда ложные пастыри, как изображает Библия, встретят свою судьбу. Это приводит нас к 12 главе. Противопоставляет двух пастырей и обман сатаны, маскирующегося под ангела света. Захария, 12 глава, 1 стих. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Это сердце вести первого ангела. «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море, источники вод. Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. Объединенный народ Божий будет окружен врагами, но Бог посреди них. И будет в тот день, сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Здесь описан этот великий финальный конфликт. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием. И на дом Иудин отверзу очи мои, и всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их. Несмотря на оппозицию, несмотря на то, что Бог в меньшинстве с этими людьми, мы должны прийти к этим обещаниям, мы должны сделать эти обещания нашим собственным гнездом, нашей защитой. «В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». Говоря о духовном Иерусалиме, универсальном собрании в Царстве Божьем. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день, это обетование, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид. А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними». Какие обетования? Кто не хотел бы занять свою позицию на стороне Господа? «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Еще одно прекрасное мессианское пророчество. «И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». У нас есть выбор. Мы можем или принять Христа, или мы можем отвергнуть его. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». У нас есть выбор. Если мы переживаем это трудное время и будем искать Господа всем своим сердцем и всей своей душой, Он защитит свой народ.
Глава 13. Еще одно мессианское пророчество. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. И будет тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как же пророков и нечистого духа удалю с земли». Бог очистит этих людей от всех беззаконий, от всей лжи, всего синкретизма, от всякого идолопоклонства. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа». И поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. Итак, все ложные пастыри, весь обман исчезнет. Они будут различать, что есть истина и что есть заблуждение. Заблуждение будет осуждено. И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом с детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» Еще одно мессианское пророчество. И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Захария 13 глава, стих 6 и 7 являются очень важными стихами. Мне страшно читать, как эти стихи изуродованы в некоторых современных переводах. Кажется, что это повестка дня. Позвольте мне сравнить некоторые переводы и то, что они на самом деле говорят. В версии короля Якова говорится: «Ему скажут: что это за раны в руках твоих?» И он ответит им: «Я был ранен в доме моих друзей». Стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Сам Иисус применяет эти стихи к себе. Если мы перейдем к Новому Завету, Евангелие от Матфея, 26 глава, стих 31, Иисус говорит: «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Новый Завет подтверждает тот факт, что пророчество Захарии является мессианским пророчеством, где говорится, что Иисус будет висеть на кресте, и гвозди пройдут сквозь его руки, и что он пострадает и умрет, чтобы мы, неправедные, могли быть спасены его праведностью, и его смертью мы могли жить. Современные переводы искажают это, но позвольте мне перейти к духу пророчества, чтобы убедиться. Мы читаем в книге «Деяния апостолов», страница 226, цитата: «Даже подробности его смерти были предсказаны заранее. Как медный змей был вознесен в пустыне, так должны были вознести грядущего Искупителя, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Захария 13:6. Итак, Библия применяет эти стихи к Иисусу Христу. Дух пророчества также применяет эти стихи к Иисусу. Теперь давайте посмотрим, что делают некоторые из современных переводов. И возникает вопрос, не находится ли рука Антихриста в некоторых из этих переводов и особенно в некоторых комментариях. Новая международная версия говорит: «Если кто-то спросит, что это за раны на теле,
Они ответят: раны, которые мне дали в доме моих друзей. Новый живой перевод говорит: если кто-то спросит, как насчет тех ран на твоей груди, он скажет, что я был ранен в доме моего друга. Это очень странно. Английская стандартная версия говорит: если кто-нибудь спросит его, что это за раны на твоей спине, он скажет: раны, которые я получил в доме моего друга. Библейская учебная книга говорит: что это за раны на груди? Новый перевод короля Якова говорит: кто-то скажет, что это за раны у тебя между рук? Тогда он ответит: это те, которыми я был ранен в доме моего друга. Итак, все эти стихи в новых переводах убирают слово «руки» и заменяют их «между руками», «на груди» или «спине». Они фактически переводятся так, что раны находятся на груди или на спине. Тогда к кому они это применяют? Если вы посмотрите на переводы «Добрые вести», там написано, что это за раны на груди, он ответит, что я получил их из дома друга. И так можно продолжать читать далее и далее. Новая английская Библия, перевод Божьего Слова и другие переводы. Мы можем продолжать. Американская стандартная версия говорит, что между твоими руками, он говорит, в доме тех, кто любил меня, что вообще совершенно странно. Буквальный перевод Юнга кажется один из худших переводов. Он говорит: и кто-то сказал ему, что это за раны в твоих руках? И он говорит: потому что я был поражен дома моими любовниками. Почему они переводят эти стихи так, когда Библия сама применяет их к Иисусу Христу? Что является причиной этого? Если мы прочитаем некоторые комментарии, то они абсолютно поразительны. Захария, 13 глава, 6 стих, на самом деле является ключевым текстом для определения, имеете ли вы Библию, которая говорит истину или говорит какие-то чуждые странные вещи. Если там говорится что-то кроме рук, тогда это неправильная Библия. Теперь некоторые сноски еще более удивительны. Например, некоторые сноски в католических Библиях говорят о самоуничтожении, когда дело доходит до этих ран, как о явно нанесенных себе порезах, которые практикуют лжепророки. Смотрите, Третье Царство, 18:28. В этих Библиях написано: «Дословно, это раны, которые я получил в доме моих друзей. Это не отрывок, относящийся ко Христу. Ясно из контекста, это лжепророк, который лжет о причине своих шрамов». Итак, новые переводы вместе со сносками, многие из них были вдохновлены католической церковью. Здесь перевернуто с ног на голову это пророчество: из доброго пастыря сделали злого пастыря. Мы увидим, что именно это то, что произошло, когда он говорил о стихе затемненного глаза, и засохшая рука вновь перевернулась, и зло стало добром, а добро стало злом. Это печальный факт, что даже некоторые из изучающих Библии, которые используются нашими собственными кругами, говорят очень похожие вещи. В одном из использованных в Библии для изучения говорится в сносках: когда речь идет о ранах на туловище между ваших рук, вероятно, это относится к шрамам на груди или спине, которые, вероятно, возникли в результате нанесения увечий во время участия в идолопоклоннических ритуалах. После этого человек поражен. Когда Библия отождествляет этот стих с Иисусом Христом, и дух пророчества отождествляет этот стих с Иисусом Христом, тогда как может быть так, что это ложное учение проникает даже в среду народа Божьего? Это поразительно. Почему Иисус умер ради нас? Иисус умер ради нас, потому что только благодаря Его праведности мы можем быть спасены. Это не единственный текст, где есть проблемы с учением. Если мы прочитаем Откровение, 19 главу и стих 8, в версии короля Иакова там сказано:
И дано было ей, это Церковь Божья, облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Этот перевод говорит нам, что весон чистый и светлый – это праведность святых. Но откуда они берут свою праведность? Они получают свою праведность от вменяемой и наделяемой праведности Иисуса Христа. Если вы обратитесь к новой версии короля Иакова, там говорится: «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведные дела святых». Это больше не реформаторское богословие. В Откровении 19.8 в новой международной версии говорится, что ей было дано прекрасное, светлое и чистое одеяние, чтобы она носила вставки из тонкого льна в квадратных скобках для праведных деяний святого народа Божьего. И еще хуже, если мы хотим понять, что говорит Слово Божье, нам нужно изучать его, исходя из оригинального текста. Любой перевод, который отклоняется от этого оригинального текста, где Антихрист становится Христом, а Христос становится Антихристом, вы спасены своими делами, своей праведностью, а не праведностью Христа, эти тексты проблематичны. Мы должны быть очень осторожны, как мы изучаем Библию. Выбор настолько очевиден. Выбор был у каждого поколения, независимо от того, находимся ли мы в современном Израиле или в древнем Израиле, в образном Израиле или прообразном Израиле. Стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Вот что случилось, когда они распяли Иисуса. Они оплакивали Его, когда Он был поражен. Люди, идущие по пути в Эммаус, были удручены. И когда воскресший Спаситель появился среди них, они не узнали Его, не сказали: «Разве ты не знаешь, что случилось? Ты ли один не знаешь? Это происходило не в углу. Разве ты не знаешь, что случилось?» Тогда он открыл им Священное Писание. Итак, у нас есть пророчество о том, что произошло при первом пришествии Христа. При втором пришествии Христа все так же будет перевернуто. Утро, плач будет среди тех, кто отвергает Иисуса, тогда как здесь было утро среди тех, кто принял Иисуса и сожалел о том, что случилось. Стих 8. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Таким образом, они будут очищены, будут просеяны, они будут потрясены, а те, кто останутся, будут проведены через огонь скорби, чтобы они могли научиться доверять Богу независимо от обстоятельств. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Так говорит Библия. Захария, 14 глава. Вот наступает день. Здесь у нас кульминация истории. Книга Откровения и книга Захарии проведут нас через весь охват христианского мира вплоть до восстановления. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. Это битва Армагеддон. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани.
будет казаться, что церковь вот-вот рухнет и падет. Будет казаться, что этот антихрист, этот фальшивый пастырь, этот фальшивый мессия одержит победу. Но нет. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с Ним. Это будущая проекция окончательного царства, созданного после тысячелетия, когда Иисус Христос спустится и Его ноги коснутся Масличной горы. И оливковая земля расколется и спустится к город Божий. Этот же образ, который мы имели в книге Откровения, произойдет тогда окончательное разрушение, и Бог будет править во веки веков. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Итак, это венчающий акт, где Иисус навсегда становится царем на горе Божьей в Царстве Божьем. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина, от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Итак, книга Захарии имеет аналогичное окончание с книгой Откровения. Окончательное установление Царства Божьего, где царствует Христос. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого иссякнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, а глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. Когда этот последний огонь спадет с небес, и враги Бога, включая дьявола, будут уничтожены, они станут пеплом под ногами. Бог сотрет все слезы, и Он воссоздаст эту планету, и этот великий конфликт закончится. И будет тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов. Золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Бог описывает, что каждое животное, каждое живое существо, все богатства, все будет уничтожено, потому что Он собирается создать новое небо и новую землю, на которых обитает праведность. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Да, остаток, который вышел из всех народов, присоединившихся к народу Божьему, будут служить Господу вечно. И будет, если какое из племен земных
не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник кущей. Это ссылка на праздник кущей, когда народ Божий жил в шатрах до того, как они вошли в эту святую землю, где они получили награду за свои труды. Если мы не примем участие в этом покое, в совершенных делах Иисуса Христа, мы не будем участники Царства Небесного. И дальше последний абзац. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем». И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа. И будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Ханаан был символом воплощения зла. Ханаан должен был быть полностью уничтожен. Ни один ханаанец не войдет в дом Господень. Другими словами, никто, кто не находится в гармонии с этой книгой, со словами Иисуса Христа, не станут частью Царства Небесного. Если мы сделаем эту книгу основой, на котором мы основываем нашу мораль, нашу веру и нашу надежду, тогда мы будем частью этого Царства, потому что не воинством и не силою, но Духом Его, говорит Господь. Книга пророка Захарии, как книга Откровения, дает нам возможность пройти сквозь историю и завершается великим Царством Божьим, в котором не будет зла, боли, лжи и смерти. Да даст нам Бог быть частью этого великого движения. И поскольку мы приближаемся к концу времени, я лично считаю, что настало время, когда уже не за горами, что дьявол овладеет своими силами, поднимет их, чтобы уничтожить Иисуса Христа и его систему морали с лица земли. Люди должны будут сделать выбор. Они должны будут сделать выбор между злым пастырем и праведным пастырем. Да даст нам Бог милость сделать правильный выбор. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за пророчество, которое всегда заканчивается Царством Божьим, Царством праведности. Больше нет боли, больше нет страданий, больше нет слез. И великий конфликт между добром и злом закончился. Вся ложь была разоблачена, все лжецы были удалены. Пусть Бог дарует нам благодать быть частью этого великого движения. Во имя Иисуса. Аминь.